Всем салют, меня зовут Андрей Теребенцев, и сегодня как возьму, да как расскажу вам про набившие оскомину бизнес-тренинги и различные мотивационные программы личностного роста. Многие люди ходят на бизнес-тренинг для того, чтобы купить мечту, то есть это маркетинговый ход, который продает мечту. Это подобно секте, просто в секту люди ходят постоянно и регулярно, а это единоразовое мероприятие. Да, люди ходят на такие бизнес-тренинги получить четкий алгоритм решений, пошаговый план, инструкцию, или, может быть, какую-то формулу, рецепт. А в результате они получают какую-то мотивацию. Возможно, это точка запуска, но они уходят разочарованными из-за того, что их мечта, в принципе, не сбылась.